Так, сделаем такую вот булку сегодня из теста, которое посмотрите по ссылочке. Но сегодня вот я его делала на кефире. Так, мы его сейчас как сарочку вкрутим. Сейчас мы поставим на расстойку минут 20-25. Потом мы его надрежем посерединке и начиним его сыром. Сыр я уже смешала с чесночком. Один глазок вот на это количество. Чтобы это... Какая-то ароматика была. Так, сейчас поставим в духовку минут на 25.